120 лет. И ломало, смотри, вот ураган какой-то, потом гроза. О. Я когда приезжаю, я всегда обнимаю его. Это вот такой вот, вот к него смотрится. Но это не лен, но это такой нет. Грубый. Цвета такого, цвет, да, вот как мешковина. Вот, я понял, да. Вот такой. У меня просто такая есть, мама пошила. Не вот, знаю. Вот, конечно, есть. Конечно. Он дышит. Обалдеть. Просто обалдеть. Это еще. Просто сорняки посрубали, а все оставили такое естественное. Тут приезжают простые люди. Это вот дети устанавливали это. Смотри, кладет кто-то даже эти. Копеечки. Копейки, да. Слушай, я не знал. Я ни разу не выкладывал копейки. По-нашенски. Чтоб здоровыми. Чтоб сколько было полетов туда, чтоб столько было в приземлении там для посады. Три глотка ты должна сделать. Холодная вода очень хорошая. Да, вода хорошая здесь. Очень хорошая. Что к нам тоже? Вот запах лука вообще классный. Но горечь должна уйти. Лишнее не должна быть. Сколько банок открывать? Две хватит. Две хватит? Потом по вкусу. Я буду смотреть, я потом такой же сделаю. Ну, конечно, да. Не получится. Но главное лук, чтобы был свежий. Мы с тобой деревенские люди, знаем, да. как это делается. Это очень просто. А чем проще, лучше. Огурца надо немного. Что не перебить вкус? Да, да, и вкус не перебить, и горечь, чтобы не было. Он немножко нейтрализует. Соли, хватает ли соли? Отлично, больше не надо. Мы делаем яйцо отдельно в тарелку, можно добавлять любое яйцо. Ну, по вкусу же, да? Да, по вкусу, потому что яйцо, кто-то любит с яйцом, кто-то нет. Я люблю. Салат молодости антиковидный. Спасибо. Так я же что сделаю? Давайте, может, я потом помогу. Да? Ну, все, не помню.